Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В нем участвует и глава республики Олег Николаев. Глава государства дал оценку положения дел в стране и обозначил задачи на перспективу. Обращение уже называют постковидным. Владимир Путин говорил о выходе из кризиса, системных мерах поддержки. Важными направлениями выступления стали социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. Президент страны поручал правительству оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году. Помимо всех тех традиционных направлений нашей деятельности, а это укрепление системы здравоохранения, укрепление системы образования и, конечно же, создание комфортных условий проживания, Владимир Владимирович сегодня обозначил конкретные меры поддержки прежде всего семей, различных категорий семей. Это прежде всего многодетных семей, семей, которые имеют неполный характер. На мой взгляд, вот такие конкретные меры поддержки, направленные прежде всего на укрепление института семьи, на развитие семьи, они, конечно же, имеют колоссальное значение.